первая в мире клиника для деревьев и растений появилась в индийском городе Амритсар в штате Пенджаб. Ее открыл местный житель Рахит Михра. Помощь зеленым пациентам оказывают бесплатно. Владельцы растений, в том числе деревьев, звонят в клинику и описывают проблему. Также им предлагают прислать фотографии больных растений. Мы передаем информацию команде экспертов, в которую входят 12 ботаников и ученых из Пенджабского сельскохозяйственного университета и университета Гуру Нанака Дева. Также нам помогают некоторые любители, обладающие традиционными знаниями. Специалисты определяют причину заболевания и предлагают лечение. После этого сотрудники клиники едут туда, откуда поступил вызов, и принимают все необходимые меры. Михра работает в налоговой службе Амритсара, а свободное время посвящает растениям. Он призывает индийцев сажать больше деревьев, чтобы воздух в городах стал чище.